Я Саят Там, мой меч поможет тебе. Ред Болл. По сюжету Брайана Жака. Первая серия. Коварный Клуни. Автор сценария Стив Робертс. Ты был более ловким, правда? Нет. Крысы! Крысы идут! Спасайтесь! Матаэс! А? Где Матаэс? Где Матаэс? Матаэс! А где мама с папой? Их больше нет, Матаэс. До лета иди на запад. Удачи. Вот, чем богаты. Вы очень добры. Я есть хочу. Потерпи, я что-нибудь найду. Асмодеус. Кыш, кыш! Миртл, вставай!
Спокойно, малыш. А? Уходите! А то... А, я вас сейчас... Ну, как наш малыш? Очень устал. Всего боится, даже меня. Его сестра умерла. У него нет родителей. Миртл! Миртл! Тихо. Успокойся. Где Миртл? Где моя сестра? Она должна отдохнуть. И ты тоже. Миртл. Как твое имя, малыш? А? Матаяс? Красиво. Значит, Матаяс. Долго ж ты молчал. Что ж, Матаяс, аббатство Редвелл, твой дом. Матаяс? Ты сказал Матаяс? Так, так, так. Кажется, мы давно тебя ждем. Матаяс. Мартин! Мартин! Матаяс! А? Святой отец, вы слышали? Что слышал Матаяс? Воин Мартин звал меня. Мартин звал тебя? Да, он сказал. Матаяс! Матаяс? Да, он! Матаяс, Матаяс, что же мне делать с тобой? Я хочу быть как он, быть воином. Матаяс, это верно, Мартин был великим воином. Но с тех пор прошло очень много времени. Когда весь израненный Мартин пришел сюда, он решил покончить с битвами и стать мирной мышью, как все мы в аббатстве Редвелл. Хватит, юный Матаяс, приди в себя и займись делом. Сегодня у нас праздник. И напомни подыскать тебе занятия. Да, святой отец. Спасибо, святой отец. Я там. Ха-ха-ха! Редвал! На Редвал! Коварный Клуни! Коварный Клуни! Коварный Клуни! Тише, Матаяс, спокойно. Спокойно. Я поймал! Я поймал! Похоже, что рыба поймала тебя, Матаяс. Храбрости у него хватит на десятерых. Он такой легкомысленный. Он утонул. Утонул. А я поймал ее. Мы победили. Ты молодец, юный рыболов. Сумел. Да, верно. Ну-ка, примерь. Спасибо, святой отец. Мой размер. Матаяс. Ты сегодня чуть не утопил брата эльфа. Он плохо себя чувствует. Нужно уважать старших. Хорошо, аббат Мортимер. Зато я поймал огромную рыбу. Я отличный рыболов. Когда ты попал к нам 10 лет назад, я обещал заменить тебе отца. Ты помнишь? Да, аббат Мортимер. Надеюсь, ты станешь хорошим сыном Редвелла. И оставишь эти глупые мечты о борьбе.
Даже Мартин спрятал меч, когда пришел сюда. Может, я найду его? Не надо никаких мечей. Мы ведем мирную жизнь, Матаис. Помни это. А сейчас иди, поработай. Хорошо. Оправдай мое доверие. Постараюсь. Братья и сестры Редмелан, наши дорогие гости, позвольте угостить вас свежайшей рыбой, которую поймал в нашем пруду брат Эльф. Я! Мой рецепт а-ля Редбол. Ой, пустотища. Спасибо, Матаис. Спасибо, брат Хьюга. Спасибо вам всем. Безопасность, мир, уют осеняют наш приют. Мир тревог, страстей и потерь отсекает эта дверь. Аминь. Аминь. Аминь, режьте. Прошу вас, тушеная репа и твои любимые крупные креветки со взбитым кремом. Ой. Тут главное не зевать, Матаис. А вот еще жареные каштаны и желуди, яблочное мороженое, а вот пунш из боярышника. Братец Хьюго, положи в мешок то, что осталось. Будет ночной пир, святой отец, да? Не для меня, Хьюго. Для родителей Корнфлау и прихожан церкви святой Нинианы. Матаис, для тебя есть дело. Я готов ко всему. Лишь скажите. Перекресток, почти пришли. Проснись, Корнфлау, ты у дома. Гроза? Нет, не гроза. Матаис, что это? Сейчас узнаем. Надо спрятаться. Быстрее! Живо! Ах ты лентяй! Все сюда. Тупица! Пропустил поворот. Это он. А ты что, уже с ним встречался? Кажется, да, Констанс. Нам лучше вернуться в аббатство. Ты? Останови дурную лошадь! Мы у цели! Приходите в себя, рыжий толстяк!
Сюда, мерзкие твари! Ко мне! Длиннонос, грабля! Быстро за работу! Хватит прохлаждаться! Куда подевался чертов призрак? Я уже здесь, храбрый Клуни. Так, я приказываю вам собрать всех крыс, ласок и горностаев и атаковать аббатство. Рыжий толстяк, призрак, за мной. Успокойтесь, ничего страшного. Вы сказали крысы, Констанс? Какие крысы? Мой дед видел морскую крысу. Они такие же. Их там очень много. Может, пройдут стороной? Эти не пройдут. Я знаю их. Я уже видел их много лет назад. Они напали на нас и убили моих родителей. Они сожгут аббатство. Что же нам делать? Я знаю, что нам надо делать. Надо биться. Нас много. Мы вместе. Мы победим. Я о борьбе и слышать не желаю. Мы соберем совет и решим, как поступить. Остальные ложитесь спать. Брат Мафусаил, брат эльф. Ты храбрец, Матаес. Жаль, у нас нет времени. Это он! Смелей, Матаес, не бойся. Чего вам? Кто смеет спрашивать у великого У? Мы усталые путники, ищем ночлег. Я не верю, вы притворяетесь. Уйдите. Вам нечего делать в аббатстве. Нас всего то есть трое. Какой от нас вред? Можно поговорить с добрым аббатом? Я хочу мира. Нельзя. Я буду говорить с каждым, кто придет сюда. С миром. Бросьте оружие, и двое могут войти. Нам нужен заложник для верности, вождь. Болван, думаешь, я боюсь эту жирную мышь или тщедушных малышей? Толстяк, пойдешь со мной, не спускай глаз с барсучихи. Видите, оружия нет. Мы пришли с миром. Итак, что вам угодно? Ты отдашь нам аббатство сейчас же. Толстяк! Прочти этому жирному дураку условия. Первое. Безоговорочная капитуляция. Второе. Все имущество отходит к Клуни. Третье. Все становятся рабами Клуни. Матайна. Четвертое. Я стоят там. Кто посмеет перечить Клуни, будет казнен. А теперь скажу я. Ответ на ваши требования – нет, нет и нет. Матаес, осторожно! Как смели вы прийти с такими требованиями в наше аббатство? Кто это мышь? Юный Матаес. Это мышь. Воин Мартин – основатель нашего ордена. Будь Мартин сейчас здесь, он бы сделал из вас гуляш. Хватит болтать! Пошли прочь! Уносите лапы, пока целы! Вы меня еще попомните! Ну, задали им трёпку-то! Призрака ко мне! Я здесь! Что угодно от призрака! Мой повелитель, что? Ты должен проникнуть в аббатство! Там висит гобелен. На нем выткана мышь. Тащи сюда.
сделаем из их реликвии знамя. Пусть герой Мартин ведет нас в бой. Мне это лишь показалось. Ты не говорил со мной. Да и зачем? Ведь я никто, мальчишка. А, кто там ходит? Покажись! Это я! Корнфлау! Матаес, не стыдись своих слез. У тебя благородное сердце, и оно страдает. Корнфлау, смотри, это он. Клуни, почему он здесь изображен? Ведь его тогда еще не было. Что это значит? Не бойся, Клуни. Он понял, что ты храбрый. Он испугался, когда ты кричал на него. Он струсил. Испугался меня. Твоей внутренней силы. Матаес, я горжусь нашей дружбой. Фильм озвучен фирмой СВ «Кадр» по заказу телесети ТНТ в 2002 году.